Депутат городской думы Владимир Сюсин взят с поличным при получении взятки в размере более 1 миллиона рублей. По информации Следственного комитета Самарской области, деньги депутат получил от предпринимателя в Кировском районе города за общее покровительство. Сейчас по этому факту проводится проверка. Данный материал сейчас будет передан в Следственный комитет, который примет, соответственно, процессуальное решение. Одно могу сказать, что вот для меня представление депутата любого уровня представляется как участие его в обеспечении жизнедеятельности нашего общества и служения своему народу. Вот он этому принципу изменил. И неприкасаемых, я уже повторялся, в Самарской области не будет. Ситуацию прокомментировал председатель городской думы Александр Фетисов. Далее цитата. «Если человек не чист на руку, он должен быть наказан. Перед законом все равны. Я надеюсь, что следственные органы проведут тщательное расследование, установят все обстоятельства по данному делу и примут законные решения. Мы все заинтересованы во всестороннем разбирательстве, и я призываю не делать преждевременных выводов». Конец цитаты.